Оба. Привет, с вами доктор Влад. Интересно, вот у меня мысли возникают сейчас. Я вот смотрю, сейчас обсуждают вот это интервью Симоньян с этим, с Петровым и Башировым. Вот, а у меня мысль, знаете, какая возникла? Ну, там, в общем, к любому слову можно прицепиться вообще, все что угодно, я не буду это повторять. Вот, и правильно англичане назвали это, по-моему, как типа надругательство над здравым смыслом, потому что ну, они-то прекрасно знают, что это именно кадровые офицеры, вот, грушники, ну, знают просто, потому что их слили уже, еще четверых слили, ну, все, 100% они знают. Да, надругательство над здравым смыслом. И, что интересно, Симоньян на это подписался. И вот я теперь думаю, а кто же ее подставил-то, ребята, а? Кто подставил крольчиху Симоньян? Ну, потому что ну, она действительно, она принимала участие в сокрытии вот этого преступления. Вот, причем она, вот сейчас я смотрю, как она, ну, отвечает на вопросы там, потому что ее действительно спрашивают, ну, как ты до такого дошла-то? Вот, а она, типа, я не я, лошадь не моя, они сами пришли. Как это, не виновата я, он сам пришел, да, фильм был известный, «Бриллиант в руках». Вот, но то, что она подставлена, это однозначно. И что теперь будет? Смотрите, что теперь будет. Она будет невыездной. То есть вся ее Америка, и где они там еще, РТ, вот это вот, да? Вот, все, она только по телефону может звонить, по телевизору отвечать, все. Больше ничего. Вы представляете, как она жила, да? В любую страну, ну, вообще вот эти вот отделения Rush Today, они везде же есть, да? Вот, а сейчас она сидит в Кремле под деревцем, и все. И больше ее никуда не пустят, потому что ее точно внесут вот в эти вот новые санкции, понимаете? Раньше она была, ну, так, это не пришей рукав, как говорится, да? Ну, тоже на них там санкции накладывали, но не на нее лично, на Russia Today, что она там занималась пропагандой и так далее. Вот, а сейчас, ну, это самая настоящая подстава. Ну, вообще-то и Путина подставили тоже, ну, ему не привыкать, ему вообще на все наплевать. Тогда вот он с этим, со смартфоном что-то показывал, там какие-то ракеты оказалось не то, а его никто не трогает, ребята. Вот, а Симоньяниху точно подставили. И вот что это может означать, я теряюсь в раздумьях. Может быть, она надоела. Ну, знаете, вообще 50 на 50, да, учитывая тот крутой идиотизм, который творится в России, может быть, никто просто не просчитал последствия. Была команда дана сверху, что вот их нужно вытащить. Ну, кому еще-то? Ну, дайте их Венедикту, он их распотрошит обоих. И они выйдут оттуда вообще-то краснее помидоры. И, ну и все, и сразу под белорученьки, и неизвестно куда. Потому что он правильно сегодня Венедиктов выступил, там несколько слов сказал, но это убийственные слова, не буду я повторять, посмотрите там сами, да. Потому что он в глубоком недоумении Венедиктов вообще. Что это было, понимаете? Вот многие даже не вникая, да, вот в сюжет вот этого, что они там рассказывали, да, какие вопросы задавались, отвечали. Просто что это было? Потому что здравомыслящим людям совершенно ясно, что это ЦРУшники, да. Потом они что-то вроде друг на друга не похожи, там один был с усами, другой стал с усами. Ну, это ладно, хотя, может быть, тоже не ладно, может быть, тоже какая-то тонкость странная, да. Вот, но на самом деле это было представление, понимаете, цирковое представление, вот и все. И зачем это нужно было? Вот это, ну, это же усугубляет вину, ребята, но... Вот, то есть Лондон просил у России ответа на ряд вопросов, как они дошли до жизни такой, что посылают, значит, отравлять там кого-то, значит, в Солсбери, да? И вот, по сути дела, ответ был вот это, да? Ну, это ответ, это все, это ставит точку, может быть, даже большой жирный восклицательный знак. Все, дело закрыто, виноватые найдены, вот, ну, а дальше что? Дальше санкции. Сейчас он американцы, да, ну и британцы тоже, да вообще вся история, да, вот вся история доказывает, вся Европа уже сидит и думает, что бы еще наложить Путину в штаны. Вот такие дела. Всего хорошего, до свидания. Может быть, до завтра, а может быть и нет. С вами был доктор Влад.